Так, республиканская дорога у нас в Камрате. Вот. Сейчас я вам покажу, какая дорога. Это, между прочим, Камрат, столица автономии Гагаузии. Даже как-то музыку не хотел включать вам. Ну ладно, включу вам музыку, чтобы вы немножко это расслабились. А вот смотрите, сюда на рынок тоже идет очень красивая дорога. Ну ладно, здесь не так страшно. Сейчас едем в Зоопуг. Так, это улица у нас Гаврилюка. Я вам сейчас покажу, с какой скоростью я передвигаюсь здесь. То есть я еду на джипе. Тут невозможно просто реально ехать быстрее. Что едешь как... Ладно, не буду говорить как кто. То есть здесь фактически быстрее ехать невозможно. Вот обратите внимание, если бы я обманывал бы, то есть впереди меня автобус бы не ехал. Посмотрите, какие ямы. Господа, выборы уже закончились. Может, возьмете за работу или у вас только на выборы деньги есть? Я за что деньги плачу? За вот эти вот так называемые дороги? Уже на вас зла не хватает. Сколько можно воровать? Уже пора работать. Вы понимаете, чтобы уйти от этих ям, приходится фактически создавать аварийную ситуацию. Вы все хаете Советский Союз, что мы так плохо там жили. Но вы ни одну дорогу не сделали капитально. Сколько сделал Советский Союз дорог? Вы хоть одну дорогу сделали бы, чтобы мы видели, что вы работаете. А то вы делаете их кусками и латаете эти ваши латки. Просто ни на что не похожи. Вы знаете, сколько я денег трачу на дороги, плачу ежегодно только за дороги и за ремонт моей машины? Вы же мне за это не платите. Но вы же меня останавливаете по дороге и требуете, чтобы я имел техосмотр, страховку. А я как с вас буду требовать? Давайте вы возьмете эти деньги, которые мы платим за дорогу, отдадите их по районам, чтобы я знал, кому прийти и претензии предъявлять за дороги. А то, когда начинаешь искать виноватых, замкнутый круг какой-то начинается. Никто не знает, кто отвечает за вот эти вот разбитые дороги. Вы посмотрите на эти дороги. Их можно назвать дорогами. Вот вы пустили объездную дорогу в Камрате. Ее можно назвать объездной, эти фуры ездят через центр города, нарушают, они вынуждены нарушать. Но и с другой стороны, я тоже этих людей, которые за фурами, не понимаю. Если вас не устраивает эта дорога, остановитесь, перекройте движение, требуйте. Почему мы должны тоже терпеть ваши фуры по 50 тонн, проезжают через центр города и ломают наши дома? Значит, вам не нравятся дороги, вы фактически и нам тоже создаете неудобства. Давайте вместе тогда организуем камрачане, вы на фурах. Вот посмотрите, какая дорога, это можно ехать по ней. Давайте организуем вместе и перекроем им движение. Что это такое? Сколько можно вот это терпеть, издевательство? Вот я сейчас поеду по этой объездной, так называемой, которую на спешку сделала наша автономия. И отчиталась, что это такая шикарная дорога, суперская. Ну, я сейчас вам покажу, что это за дорога. Я повторяю, вот смотрите, я еду в эту дорогу 20-30 км в час. Это улица танкистов. Посмотрите, какие здесь ямы. Почему я так эмоционально разговариваю? Потому что реально... фактически
я в год делаю по несколько раз одну и ту же дорогу, и реакция никакая. То есть они делают вид, что они ее сделали, залатали чуть. Здесь у нас что находится? Дорожная... Део. Да, да, вот смотрите, вот здесь Део. Кстати, мы поднимаемся по дороге в Део. Обратите внимание, и у них такая дорога. Вот такая дорога у нас в Камрате. Я здесь приостановлю видео, я сейчас выйду на объездную дорогу, чтобы вы увидели, что реально происходит.